Возьмите кредит в СКБ банке. Ставки снижены. Вы можете оставить заявку по телефону 8 800 1600. Звонок бесплатный. На Мурманских прудах появилась поликлиника. Новый медицинский центр оборудован современной техникой и ориентирован в первую очередь на жителей ГГМ. Воспитанники школы грибного слалома не лишатся условий для занятий. Опасения, связанные с благоустройством в районе тренировочной трассы, напрасны. Канал для грибцов, напротив, улучшат. За сокровищами демидовских заводов дайверы и историки отправились в экспедицию на реку Часовая, главную транспортную артерию Урала 18 века, что нашли в ледяной воде близ деревни Мартьянова. Здравствуйте, в эфире Тагил ТВ, итоговый выпуск новостей «Мои коллеги и я». Алла Кузнецова готова рассказать о главных событиях вторника и теперь обо всем по порядку. На Мурманских прудах появилась поликлиника. Новый медицинский центр сегодня открылся на Гальяно-Горбуновском массиве. Поликлинический комплекс, рассчитанный на 350 посещений в день, оборудован современнейшей техникой и ориентирован в первую очередь на жителей ГГМ. Одним из первых посетителей центра стал наш корреспондент Антон Исаев. Хирургическими ножницами перерезают красную ленту. 8 лет возводился этот медицинский центр. Сейчас на площади в 1500 квадратных метров современный поликлинический комплекс. Это многопрофильная поликлиника с элементами операционной деятельности. То есть включает в себя, кроме всех практически специалистов, которые представлены в других остальных поликлиниках, еще малооперационную для малоинвазивных операций. Значит, поликлиника рассчитана на 360 посещений в день. Представлены специалисты широкого профиля, включая узких клинических специалистов. Штат врачей практически полностью скомплектован. Как заявляет руководство центра, специалистов собирались со всего федерального округа. Несмотря на поликлиническую направленность, акцент в операционной деятельности сделан на гинекологии. На сегодняшний день мы готовы работать под местной анестезией. Липомы, атеромы, гинекологические небольшие манипуляции. Установление девственной плевы и изменение пола мы только еще подходим. Оборудование только экспертного класса. Операционное, эндокринологическое отделение и диагностический комплекс оснащены по последнему слову техники. Особая гордость медицинского центра – этот аппарат УЗИ. Всего в клинике их два. Оба они произведены за рубежом. Каждый из них оснащен 4 датчиками и позволяет строить картинку в 4 измерениях. Руководство клиники благодарит за оказанную помощь администрацию города. Именно муниципалитет предложил построить центр в районе Мурманских прудов, тем самым решить вопрос с обеспечением населения качественной медицинской помощью. Я считаю, это значимое событие не только для жителей Гальянки, это для жителей города. Вы знаете, значит, таких проектов или подобных проектов был, наверное, ряд в городе, когда-то они начинали. И самое главное, мы очень рады, что фактически этот проект был доведен до выполнения. Антон Исаев, Павел Охотников, Павел Соложнин. Новости. Тагил ТВ. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов приглашен в рабочую группу «Благосостояние и социально-экономическое развитие», которая стала одним из направлений работы Высшего совета партии «Единая Россия». Как сообщили Тагил-Сити.ру официальные источники, Носов принял данное предложение. Запрос к тагильскому градоначальнику пришел от имени председателя совета Бориса Грызлова. Ответ был направлен в партию до 10 марта. Одной из основных задач группы станет реализация предвыборной программы партии. Аукцион по информационному освещению деятельности городской думы состоится в установленные сроки. Сейчас размещена конкурсная информация. На заседании думы перед конкурсом были собраны все представители СМИ города и выслушаны их предложения. Многих депутатов устраивает тот формат, которым освещает телекон, потому что много лет уже телекон это делает, делает это достойно. Я обращался к руководителю Тагил ТВ с просьбой, чтобы нам предложение сделали они. Это предложение сюда пришло. Народные избранники особое внимание обратили на предоставление недостоверной информации в ряде СМИ. Такого, по мнению депутатов, быть не должно. Любая недостоверно поданная информация в средствах массовой информации, именно муниципальной, да, мы хотим, чтобы по каждому факту была фиксация, для того, чтобы мы могли своевременно применять меры.
В Нижнем Тагиле появятся еще две районные народные дружины. Сейчас одна пока действует в Ленинском районе. Активно идет создание дружины в Дзержинском. Для патрулирования улиц Вагонки необходимо порядка 400 человек. Активное участие в создании дружины в Дзержинском районе принимает Уралвагонзавод. Мы сейчас собрали все документы и регистрируемся. Собственно говоря, документы уже поданы и неделю назад. Соответственно, значит, в течение месяца там Министерство юстиции принимает решение. Но мы уверены, что нас зарегистрируют, потому что мы исправляли документы, там все правильно сделано. В бюджете, к сожалению, в отличие от Уралвагонзавода, ИВРАС вряд ли нам выделит сумму на создание и занятие народной дружины, так же, как и штатную единицу, которая бы этим занялась. Поэтому вопрос на сегодняшний день вот так вот в стадии обсуждения находится. Первая народная дружина появилась в Нижнем Тагиле в августе 2015-го. Все дружинники прошли проверку специалистами службы безопасности. С сентября прошлого года дружина приступила к охране порядка Ленинского района в составе 33 человек. Сейчас порядка 40 проходит спецобучение. Народная дружина патрулирует улицы с 6 до 10 вечера ежедневно в составе ППС. С их участием уже выявлено 34 административных правонарушения. Сегодня на комиссии Думы по местному самоуправлению рассмотрели вопрос об оплате труда, а точнее поощрения дружинников. В 2016 году из бюджета города Народной дружине Ленинского района выделена субсидия в объеме 500 тысяч рублей для обеспечения ее деятельности и материального стимулирования народных дружинников. Народные дружинники обеспечены отличительными знаками, удостоверениями и повязками. На заседании комиссии предложено было платить дружинникам 50 рублей в час. За смену выходит 200. К обсуждению вопроса народные избранники решили вернуться в конце весны, когда народные дружины появятся в других районах города. К другим темам дня. В 5-й детской поликлинике сократились физлечение и группы обучения для родителей. Часть медицинских работников вынуждена покинуть медучреждение. Об этом рассказали пациенты поликлиники. Негласно информацию подтверждают и сами работники «пятерки». Где правда, а где домыслы, узнала Анна Кизилова. Пациенты 5-й детской поликлиники начали массово жаловаться на оказание медицинских услуг. В частности, маленькие детки не могут попасть в бассейн и на массаж. Детская поликлиника на Гальянке. Мамочки с детками спешат на лечение или физпроцедуры. Доступными, говорят, остался электрофорез и парафин. А вот попасть на массаж сложно, в бассейн еще сложнее. Но деньги, заверяют родители, обеспечивают доступность лечения. Мы сейчас ходим на парафинчик, свободно попали, все замечательно. А на другие, там, допустим, в бассейн, на массаж? В бассейн ходим. На массаж ходим не в поликлинике. Просто так удобнее порекомендовали массажиста, то есть не связано с поликлиникой. А так, куда хотим, везде тут попали. А в бассейн вы какой, типа, расписание? Вообще сложно попасть? Нет? Нет, звонишь и записываешься. Но на платной основе. В бассейн невозможно попасть, только платно. Да, бесплатного ничего нет, хотя медицина для детей у нас бесплатна, по-моему. Во всяком случае, для маленьких. То есть это вот по слухам, да? Да. Ну, у меня и знакомые ходили в бассейн, только платно, бесплатно, там запись очень большая, и на массаж запись очень большая, хотя массаж положен маленьким, бесплатно, все на платной основе только. Медперсонал поликлиники негласно тоже заверяет, что многие услуги стали для пациентов недоступными. Например, из 4 массажистов остался только один. Бассейн стал работать всего 4 дня в неделю, и то по полдня, хотя раньше работал по 12 часов ежедневно. Сократились обучающие группы «Мать и дитя». В дневном стационаре убавилось койко-место. Штат медиков физкабинетов поредел. Спецтехника не обновляется, а то оборудование, что есть, очень быстро пришло в негодность. Все эти перемены, говорят здесь, начались после реорганизации медицинских учреждений. Однако главврач детской городской больницы Дмитрий Клеймёнов заявил об обратном. В частности, бассейн не простаивает, из него убрали взрослые группы. Никто из медиков не был сокращен, оптимизация кадров в ближайшее время не предвидится. К тому же в штат в скором времени добавятся ставки по некоторым подразделениям, в частности по функциональной диагностике. Все вопросы и проблемы пациентов, заявил Дмитрий Клеймёнов, можно решить в письменном обращении к нему. Анна Кизилова, Любовь Шевченко, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ. Свердловчане получили массовую рассылку с группой смерти.
Накануне на электронную почту и телефоны многих уральцев пришли предупреждающие сообщения. В них говорилось о том, что в школу поступило письмо из полиции. В воскресенье группа «КИД» планирует провести акцию с массовыми самоубийствами 5000 человек. И детей отпускать куда-либо в этот день категорически запрещается. По данным Следственного комитета России по Свердловской области, в это время каких-либо суицидальных вспышек не наблюдалось. В пресс-службе межмуниципального управления МВД России Нижнетагильская нам сообщили, что в нашем городе никаких массовых рассылок не осуществлялось. Подтверждают эту информацию и абоненты сотовой связи. В сети МТС не зафиксировано было подобных рассылок. Жалоб от абонентов на них мы также не получали. В целом же рекомендуем и родителям, и детям быть бдительными в таких ситуациях. Получая сообщения от неизвестных лиц с призывом к каким-либо действиям, не выполнять их. Детям при получении СМС от незнакомых необходимо сразу обращаться к взрослым, к родителям, к бабушкам. Между тем, рост смертности населения в Нижнем Тагиле меньше, чем в целом по области. Свердловскстат опубликовал данные, согласно которым в январе этого года количество умерших в Свердловской области оказалось на 11% больше, чем в январе 2016 года. В Нижнем Тагиле картина чуть более оптимистична, чем в целом в регионе. По данным нижнетагильской статистики, убыль населения в городе за январь 2017 составила 194 человека, что только в 1,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. А количество родившихся в Нижнем Тагиле в январе на 19 человек больше, чем в прошлом. Необходимо найти решение качественного содержания кладбища. Это относится и к старым, и к новым захоронениям. Об этом шел разговор на совещании в администрации города. Сергей Носов дал поручение продумать техническое задание по обеспечению работы в этом направлении, в том числе и провести инвентаризацию. И мы должны определить, где можно подзахоранивать, а где уже по санитарным нормам нельзя. Где есть свободные места, в том числе на старых кладбищах, а где их нету. И с этого момента вести паспорт каждого квадратного метра, если не сантиметра, наших кладбищ с отображением в фотографическом виде, значит, этой ситуации на нашем сайте. Эта информация должна быть у наших граждан. Более того, граждане должны знать, опираясь на современные технологии, в каком состоянии находится тот или иной участок. Подобные вещи организованы в других городах, отметил Сергей Носов. Мэр поставил задачу обязательно учесть опыт соседей. Золотой парашют в виде полугодичной зарплаты. Губернатор Евгений Куйвышев подписал указ о порядке и условиях выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Теперь высшие свердловские чиновники при выходе на пенсию получат 6 должностных окладов. Речь в первую очередь идет о членах областного правительства, депутатах Заксобрания. Рядовые госслужащие, выходящие на пенсию и проработавшие в органах власти менее 20 лет, получат выплату в виде 4 окладов. Чиновники мелкой и средней руки со стажем больше 20 лет также смогут претендовать на поощрение в виде 6 окладов. Воспитанники школы грибного слалома не лишатся условий для занятий. Беспокойство, вызванное благоустройством в районе тренировочной трассы, напрасно. Все подробности в репортаже Алексея Алексеева. Парк «Народный» должен появиться в этом году в пойме реки Тагил. Подготовка к благоустройству территории уже ведется. Так вышло, что данная работа создала определенные проблемы школе грибного слалома. На одном берегу были демонтированы, а затем пропали столбы, необходимые для того, чтобы размечать трассу. Без обозначения ворот тренировки по грибному слалому лишаются содержания, а выход на открытую воду уже в мае. В городской администрации пояснили, в проекте парка потребности школы учтены. Мы должны понимать, что первый этап – это планировка территории, то, что сейчас происходит и делается. Понятно, что второй этап – это уже будет разметка этой территории, что на ней будет находиться. И, соответственно, на втором этапе будем уже определяться там, где будет находиться их, скажем так, тренировочная база. Их эти растяжки будем ставить и вешечки, вешки вешать. Если раньше вешками часто служили пластиковые бутылки, то по новому плану разметка будет соответствовать всем необходимым требованиям и иметь привлекательный вид. Кроме прочего, русло реки собираются углублять. Возможный перенос места расположения трассы на качестве занятий не отразится. Хотелось бы, чтобы, конечно, было все красиво там. И пенсионеры, и мамы, гуляющие с детьми, могли наблюдать весь этот процесс, когда дети катаются на лодках. Я думаю, что там будет большая территория для занятия спортом,
и для отдыха. Я думаю, мы туда очень хорошо вписываемся. Сегодня в школе грибного слалома занимаются 120 детей. Ее воспитанниками являются бронзовые призеры Олимпийских игр Дмитрий Кузнецов и Михаил Ларионов. Парк «Народный» откроется к Дню города. Алексей Алексеев, Любовь Шевченко, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ. К другим темам дня. 85 лет исполнилось сегодня Наине Ельциной. Поздравления с юбилеем приходят со всех уголков страны. Теплые слова в адрес супруги первого президента России Бориса Ельцина адресовал и глава города Сергей Носов. Дороги жизни семьи Носовых и Ельциных пересекались в разные годы. Ближайшие родственники учились в политехе в Свердловске. Сергей Носов же и Наина Ельцина в 2003 году в Нижнем Тагиле открывали «Металлург-форум». После Нашмыр неоднократно был гостем в их доме. Какая она, Наина Ельцина, расскажет Сергей Носов. Первое, я хочу сказать, что вот общаясь с Наиной Осиной, даже общаясь с ними и с Борисом Николаевичем, с Наиной Осиной, видно, что как бывает в семье, значит, мужчина, конечно, главный, но опора при всем при этом остается женщина. Вот это в полной мере относится к Наине Осиной, потому что начинаешь понимать, что невозможно было что-либо сделать, если бы не было таких тылов, в самых лучших смыслах этого слова, таких тылов, как Наина Осиповна. Это и любящая жена, это и хранитель очага, это вся нагрузка по воспитанию детей, все семейные заботы, это все, конечно, лежали на Наине Осиповне. Значит, это, в общем-то, понятно становится сразу. Она всегда обаятельная, всегда, если хотите, со вкусом одета. Она мудрая женщина. Насколько мудрая, чтобы помогать решать вопросы внутрисемейные. А это определяло, наверное, и решения внутригосударственные, и даже больше. Она находила и нужные слова, не хватало терпения, и ей можно только восхищаться. Насколько понимаю, никогда не лезла в работу, никогда не советовала, или как жена, иногда такое бывает, и мы видели в нашей истории нашего государства, когда жена начинает определять за мужа, и такое, к сожалению, бывало, значит, не буду называть фамилии. Но Наина Осина как раз не лезла никогда, насколько я понимаю, насколько я видел, в работу, в дела, в решение супруга. Она взяла на себя миссию и, наверное, как никто другой ее выполняла. Она обеспечивала семейный уют, она обеспечивала тыл, она обеспечивала возможность отдохнуть, значит, после тех нагрузок, которые сильнейшая половина испытывала, значит, на работе. Дорогая Наина Осина, я вас поздравляю с днем рождения. Хочу вам пожелать здоровья, всегда оставаться такой же доброжелательной, обаятельной и гостеприимной. Счастья, удачи, пусть ваша семья, ваши дети, внуки и правнуки вас только радуют. Всего доброго, всего хорошего. С днем рождения. Сегодня президент России Владимир Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой Великомученицы Екатерины. Соответствующее сообщение размещено на сайте Кремля. В частности, там говорится, что вдова первого президента России Наина Ельцина награждается за большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности. За сокровищами демидовских заводов дайверы и историки отправились в экспедицию на реку Чусовая, главную транспортную артерию Урала 18 века. Что удалось найти в ледяной воде близ деревни Мартьяново, знают наши корреспонденты. Здесь тоже клюет. Вот тут лучше всего клюет. Клюет, но не рыба. Исследователи магнитом проверяют дно Чусовой. Здесь 3 столетия назад проходили барки с металлом уральских заводов. Доставляли продукцию демидовых в Пермь. Но далеко не все суда доходили до конечного пункта. Барки разбивались о скалы, которые называют бойцами. И весь груз тонул. Чусовая же она была транспортной артерией. Тут возили постоянно. А вот этот камень владычный, он был один из 12 самых страшных бойцов. И тут аварии тут случались, конечно. Местные жители говорят, на дне реки Усковы лежит пушка с демидовского завода. Ее и хотят найти исследователи, но дайверы обнаружили другой груз заводских барок. 60 на 60 на 40. Вот такая похожая крица лежит. Такие были. Вот. Можно свет по этой сейчас попробую снять? Горная осина, чушка металла. Да.
Секунду. Но все небольшие камешки, тут такая вот именно конкретная болванка. Это не крыса, это слиток. Слиток, да. Но там не одна сотня килограмм. На дне не так много ива, что упрощает работу дайверам. Поднять на поверхность такой предмет без спецтехники невозможно. Находка пока останется на дне. Судя по размерам, по которым ребята говорят, это, видимо, слиток чугуна. Он может быть там пудов 20, это значит, где-то больше 300 килограмм. То есть такие слитки, в общем-то, были. И поэтому вполне возможно, что он тут оказался. Уж каким образом он оказался тут, история пока умалчивает. Экспедиция вернется сюда осенью и, возможно, найдет еще не один чугунный слиток с демидовских заводов на дне прекрасной Уральской реки. Антон Исаев, Павел Соложнин. Новости. Тагил ТВ. Делайте новости вместе с нами и получайте призы. Тагил ТВ продолжает награждать телезрителей, сообщивших об интересных и злободневных событиях, удивительных людях. По итогам минувшей недели победительницей конкурса на лучшую новость от телезрителя стала Полина Прилепина. Литература – одно из увлечений четвероклассницы 18-й гимназии. Читать постоянная посетительница городской и детско-юношеской библиотеки научилась 5 лет, а уже в 7 сама взялась за перо. Пока ее творение выходит в единственном рукотворном издании, но о них уже слышали в городе. Второй год девочка участвует в литературном конкурсе «Серая шейка». Первый успех уже пришел, она стала обладательницей диплома. Чтобы и дальше радовала своим творчеством, школьница получает приз от спонсора рубрики. Полина, наш контентный зоопарк поздравляет тебя с победой в конкурсе за лучшую новость недели. И мы вручаем тебе вот такой вот подарочный сертификат на семейное посещение из 3 человек. Приходи в наш уютный зоопарк, мы будем очень тебе рады. Большое вам спасибо за приглашение в ваш зоопарк. Я очень люблю животных и пишу о них стихи и сказки. И о валюте на завтра. Официальный курс доллара США на среду, 15 марта, 58 рублей 95 копеек, евро 62 рубля 74 копейки. В банках Нижнего Тагила самый выгодный курс продажи доллара США 59 рублей 22 копейки. Покупки 58 рублей 92 копейки. Единую европейскую валюту можно приобрести за 63 рубля 3 копейки, реализовать за 62 рубля 75 копеек. И выпуск продолжит новости спорта. О самых интересных событиях вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Вы только посмотрите! Всем хорош! Кредит от 15,9% годовых от СКБ банка. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Синегорье», и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Синегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 401207. Четвертьфинальная серия первенства высшей хоккейной лиги стартовала для тагильского «Спутника». В первом матче, который прошел в родных пенатах, оранжевые проиграли со счетом 1-4. Перед началом встречи изменения в нашей команде произошли как в игровом, так и в тренерском составах. На последнем рубеже занял место Денис Перевозчиков, но уже на первой минуте ворота тагильчан были распечатаны соперниками. Вторая шайба динамовцев и вовсе стала курьезной. Гости отличились в численном меньшинстве, воспользовавшись оплошностью обороны хозяев. Дубль на счету Дмитрия Марковина. В начале третьего периода балашихинцы в третий раз заставили капитулировать Перевозчикова. У тагильчан единственным, кто сумел забить гол, был Виталий Жиляков. Увеличив разрыв в счете и забросив пустые ворота хозяев, «Динамо» поставила точку в этом матче. Как раз в эти минуты «Спутник» пытается взять реванш о результатах поединка. Расскажем завтра. Александра Кокорина временно исключили из сборной России по футболу. Главный тренер Станислав Черчесов объявил состав команды на ближайшие товарищеские матчи. Нападающего «Зенита» в нем нет. От участия в матчах он отстранен из-за скандала, который произошел на днях. Спортсмен устроил гонки по встречной полосе и нарушил правила дорожного движения. В конце месяца наши футболисты проведут две товарищеские встречи. 24 марта россияне сыграют в Краснодаре против Кот-д'Ивуара, а 28 марта в Сочи с Бельгией. Из нападающих вызов в сборную получили Александр Бухаров и Дмитрий Полос из Ростова. Артем Дзюба из «Зенита», Федор Смолов из Краснодара и наш земляк Максим Канунников из «Рубина». Такова была информационная картина дня. Смотрите нас в сетях кабельных операторов МТС аналогово, 40-я кнопка, цифровой 32-я. Также нас могут увидеть абоненты IP телевидения сети Тагила, 13-я кнопка, INSIS 161-я.
Следующие выпуски новостей смотрите в 23:00 и в 3 часа ночи, а также в 7 часов утра на Тагил ТВ 24. Кроме того, теперь новости Тагил ТВ можно увидеть и на канале ТНТ в 7:30 утра. А мне лишь остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 41 95 51. Или пишите на сайте tagil-tv.ru. Всего доброго, спасибо за внимание. Хотите пить родниковую воду из экологически чистого источника? Вода Синегорская. Всегда рядом. Для вас киоски и служба доставки. Звоните 378-100. Синегорская. Залог здоровья и успеха.